лучами яркими меня манит, туда, где среди гор река бежит, где лес дремучий тайны охраняет. Вместе с друзьями мы нигде не пропадем, и с радостью мы приключений ждем, бед не боимся, вперед мы идем. Мишки братишки в поисках тигра. В предыдущей серии мы отыскали секретную базу Арнольда и Морриса. Мы с Брэмблом прикинулись бандитами, но, к сожалению, нас раскрыли. Моррис и Арнольд улетели на Снежную гору на самолете, а мы помчимся за ними на всех парах. Горная болезнь. Поднажми, они и так впереди, они будут раньше. А? И как же, скажи мне, я смогу обогнать самолет? Ты прав. Я просто очень не хочу, чтобы они нашли Китти первыми. Эй, ребята, посмотрите вперед. Что? Пробка? На такой высоте? Неужели все решили поехать в горы именно сегодня? Что же случилось? Спокойно, приятель. Похоже... Похоже, мы тут надолго застряли. А что случилось-то? А, говорят, там вроде машина сломалась. Да, никто не знает, когда мы поедем. Чего? Опять не повезло. Не можем же мы просто сидеть здесь. Я готова идти пешком. А? Еще чего выдумала, вернись. Одна ты никуда не пойдешь. Мы найдем другой путь. Вместе. Где карта? А, нашел. Похоже, наверх ведет еще одна дорога. Правда? Так поехали. Надо отъехать назад. Я буду штурманом. Супер. Я бы на вашем месте не ехал. Понимаете, в этих горах полны-полно медведей. Да. В ближайшие выходные в горах ожидаются довольно сильные снегопады. Слыхали? А? Куда они делись? Эй, приятель, ты слышал, что я сказал насчет... Медведей! Всего хорошего! Пока! Пока! Брат, о чем он там говорил? Я не расслышал. Сядьте уже! У меня лучше получается. Благодаря мне мы по счету найдем тигрицу. Моя очередь рулить. А? Что ты вытворяешь? Как ты будешь им управлять? Ты на велике-то ездить не умеешь. Смотри и учись. Да. Вот как надо. Тоже мне пилот нашелся. Летать просто. Для этого нужны мозги. Ты что, думаешь, я тупой? Ты меня не обманешь. Арнольд, мы разобьемся. Держу. Эй, Кристи, я больше не выдержу эту тряску. Долго еще ехать? Если мы не ускоримся, то мы доедем в лучшем случае через несколько часов. Часов? Ну, тогда я вздремну. Да, кстати, ты классно водишь, Вик! Приятно слышать. Когда за рулем Вик, вам больше ни о чем волноваться не надо. Погнали! Помедленнее! Я тут подумала, может, тебе вздремнуть, Вик? Ты уже долго за рулем. Да, поспи, Вик. Мы успеваем, так что можно отдохнуть.
Вы шутите? Я бодр и весел. Просто голова болит. Кристи, ты тоже неважно выглядишь. Я... кажется, у меня тоже голова болит. Правда? Вы же были здоровы. Почему же голова болит? Вам бы отдохнуть. Мы здоровы. О, ребят, смотрите. А? Ух ты! Брэмбл, Брэмбл, смотри. О, как же красиво! Добрались! Наконец-то мы сможем... А, Вик! О, нет! Смотри на дорогу! Я так устал. Вот это повезло. Чуть в лепешку не разбились. Как же нам его объехать? Эй, брат! А? Кристи и Вик неважно выглядят. Эй, у вас все хорошо? Я в норме. Кажется, у нас горная болезнь. Что? Горная болезнь? Вам нужна помощь. Да, брат? Нам надо отвезти вас в больницу. Ты что? Мы же почти добрались. Но дальше вам будет только хуже. Вам срочно нужно к врачу. Здесь сказано, что нам плохо, потому что мы слишком быстро набрали высоту. Но... Эй, Вик, ну уже, не отключайся. Есть цветок, который нас быстро исцелит. Видишь? Радиола розовая, специально от горной болезни. О, ладно. Давай я пойду и найду эту радиолу. Да ты не волнуйся так. Бриар, а ты что скажешь? Да, ты повезешь нас. Мы быстро доберемся. Не выйдет. А? Здесь ты ее не найдешь. Она растет только на очень большой высоте. А сейчас нам не проехать из-за камня. Не волнуйтесь, я вас туда отвезу. А? Вик, старина! Послушай, Вик, тебе нужно отдохнуть. А, я в норме. Я найду дорогу. Нет, другой дороги на карте нет. Вик, не надо! Вик, нет! Вик, стой! Наконец-то остановились. Кристи, смотри. Это горная дорога. Смотрите, она идет прямо к Снежной горе. Думаю, здесь мы отыщем радиолу. Это же прекрасно. Я сяду за руль. Да, Вику нужно отдохнуть. Поехали искать цветок. Странно. Мы должны быть у Снежной горы. Я бы уже давно туда долетел. Ну, это Вольфганг, я отвечу. Привет, босс. Что у вас случилось? Самолет сошел с курса. Скажите спасибо, что я следил за вами, иначе бы вы улетели не туда. Морис, молчать, картофельная башка. Разворачивайтесь, чтобы через полчаса были на месте, иначе будете в цирке выступать. Ты виноват, слышал? Ладно, давай снижаться. Нам обоим крышка, если мы не прилетим через полчаса. Эй, брат! А? Они потеряли сознание. Может, нам лучше вернуться, а? Нельзя. У нас нет времени. Надо найти радиолу розовую. Радиолу, да? Ты думаешь, мы ее здесь найдем? Мы высоко. Она точно растет в высокогорных лесах. Ну, так пошли скорее. Запомнил, как она выглядит? Ага. Нет. Не то. Как мне плохо. Эй, Вик, ты в порядке?
Нам нужно поскорее найти цветок. Бриан, смотри, брат, сюда, смотри, тут есть мост. Видишь? Здесь мы уже все обыскали. Может, на той стороне найдем? А? Пойдем посмотрим. Только мне этот мостик не нравится. Брабл, я сначала перенесу туда Вика, а потом ты уже неси Кристи. Осторожней, Бриан. Брабл, переходи. Мост выдержит. Иду. Скорее, Брэмбл. Бриар, тут слишком высоко. Ты справишься? Они в нас верят. Не спеши, не спеши. Аккуратней, Брэмбл. Так, давай-ка разделимся. Радиола розовая. Бриар, я нашел ее, Бриар. Брэмбл, не кричи так. Кто-то приближается. Сам посмотри. Самолет. Это, наверное, Арнольд и Моррис. Бриар, держи. Класс. Но Моррис и Арнольд слишком близко. Они не должны нас найти. Пещера? Брэмбл, пошли. Отлично, здесь-то мы и спрячемся. Ой. Лежи. В следующей серии на стенах пещеры были странные рисунки. Брэмбл обнаружил потайную комнату, пока мы нашли больше вопросов, чем ответов. К тому же нас поджидают многочисленные опасности. Этот ласковый бриз, солнце луч золотой, я без них теперь не представляю жизнь. Где бы я ни гулял, они будут со мной. Лес, река, моря и горы — это мой дом. День за днем и год за годом, в дождь, грозу и непогоду нашу дружбу мы храним. Жизнь большое приключение, много разных увлечений ждет, так скорее вперед. Этот ласковый бриз, солнце луч золотой, я без них теперь не представляю жизнь. Где бы я ни гулял, они будут со мной. Лес, река, моря и горы — это мой дом. Лес, река, моря и горы — это мой дом.